Развитие туризма в Северном Казахстане. В Петропавловске выбирают лучшего экскурсовода по достопримечательностям области. В конкурсе участвуют школьники и студенты. Какие маршруты разработали североказахстанцы для гостей региона, расскажет Гульнара Кали. Областной конкурс на лучшего экскурсовода по достопримечательностям Северо-Казахстанской области стартовал 3 месяца назад. Проводится он впервые. Его инициатор – кафедра Ассамблеи народа Казахстана при СКГУ. Конкурсанты уже прошли 2 отборочных тура, разработали маршрут и презентовали его жюри. Из 19 школьников и студентов в финал прошли 11 человек. Этот конкурс проводится в рамках плана нации «100 конкретных шагов по реализации 5 институциональных реформ». И надо сказать, что большое внимание в этом плане уделено развитию местного туризма, воспитанию у молодежи чувства патриотизма, толерантности. А сегодня конкурсанты презентуют свои проекты. В маршруте студента Аслана Жакпарова 5 достопримечательностей Петропавловска. Сначала он знакомит членов жюри с историей резиденции Аблайхана. Первое здание было построено в 1765 году. Оно включало в себе резиденцию Аблайхана, дома для гостей, баню и канцелярию. В дальнейшем все 4 здания при одном из больших пожаров были сожжены. Существует 3 версии возникновения и предназначения здания. В конкурсе участвуют и школьники из отдаленных уголков области. Уже завтра члены комиссии отправятся в район Макжана-Жумабаева, а затем в Шалакына и Айыртауске. Итоги областного состязания экскурсоводов подведут в конце апреля. Гульнара Кали, Казбек Арыкбаев, новости МТРК.